Huawei Mate 20 Lite. Современный дисплей и 4 камеры. В конце августа на ежегодной выставке IFA-2018 китайская компания Huawei анонсировала новый смартфон под названием Mate 20 Lite. Это смартфон среднего класса, главной особенностью которого стали 4 камеры. Две из них расположены на тыльной стороне, а две другие – на фронтальной. В Европе продажи Huawei Mate 20 Lite стартовали 7 сентября. Его рекомендованная розничная стоимость составляет 400 евро. Ну а теперь давайте более подробно разберемся с полными характеристиками Huawei Mate 20 Lite. Все эти технологии GSM, все остальные, в том числе 4G LTE. Корпус, габариты 158,3 на 75,3 и на 7,6 мм. Довольно-таки тоненький корпус. Масса аппарата 172 грамма. Цвета выпуска черный, синий, золотой. Материалы. Стеклянная фронтальная панель, алюминиевый корпус. Сим-карта. Одна сим-карта нано-сим или дуал-сим. Нано-сим, дуал-стендбай, гибридный слот. Дисплей. IPS LCD применяется, мультитач, 16 миллионов цветов. Размер 6,3 дюйма, это примерно 81,7% от общей площади фронтальной поверхности. Разрешение довольно-таки достойное, 2340 на 1080 точек. Соотношение сторон 19,5 на 9, плотность точек 409 ppi. Платформа. На борту стоит Android 8.1 Oreo и оболочка EMUI 8.2. Чипсет Kirin 710, довольно-таки нормальный. Это у нас 8 ядер, 4 ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Графическое ядро Mali G51 MP4. Память, слот для карты памяти имеется, понимает до 256 ГБ вместо второй сим-карты, как вы знаете. Память внутренняя 6 гигабайт достойная и 64 гигабайта встроенной флеш-памяти. Камера. Основная камера у нас двойная, 20 мегапикселей, хороший объектив f на 1,8 и фазовый автофокус, плюс 2 мегапикселя – это датчик глубины. Применяется светодиодная вспышка, панорама и HDR. Видео снимает в стандарте 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера тоже двойная, довольно-таки хорошая. 24 мегапикселя плюс 2 мегапикселя датчик глубины. Также видео снимает 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Звук стереодинамики, это очень хорошо. 3,5 миллиметровый разъем для наушников имеется, тоже хорошо. Также имеется система активного шумоподавления с выделенным микрофоном. Коммуникации, Wi-Fi, ABGN-AC, двухдиапазоночка, Wi-Fi Direct, Hotspot, все хорошо. Bluetooth 4.2, GPS понимается все, что есть. Также имеется FM-радио на борту, NFC имеется система, это тоже очень хорошо, и разъем USB Type-C. Датчики на борту, сканер отпечатков пальцев сзади, акселерометр, датчик близости, компас. Ну и теперь аккумуляторная батарея. Она у нас несъемная, литий-ионная, 3570 мАч. Имеется функция быстрой зарядки. Ну и цена в евро примерно 400 евро. Ну и по окончанию нашего видео подведем общую черту. Итак, Huawei Mate 20 Lite – самый первый представитель серии Mate 20. Это смартфон среднего класса, который получил почти все модные фишки, включая дисплей с вырезом в верхней части экрана и две двойные камеры. Он облачен в цельный металлический корпус и почти всю фронтальную панель занимает большой широкоформатный дисплей. Правда, цена может показаться немножко завышенной. Плюсы данного аппарата. Большой широкоформатный дисплей. Видим. 4 камеры. Тоже видно. Поддержка NFC, FM-радио и двух сим-карт. Тоже неплохо. Аккумулятор с быстрой зарядки. Ну, тоже хорошо. Ну и современный USB Type-C. Минусы – это гибридный слот, из-за чего необходимо выбирать между дополнительной сим-картой или картой памяти microSD. Ну и в принципе все. Железяка интересная, можно немножко подкопить пару копеек и все-таки приобрести данный смартфон. Это канал Отвертка, канал домашнего мастера и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.